В Химкинской областной больнице начали подготовку к массовому приему заболевших COVID-19. В хирургическом отделении стартовали масштабные работы по переоборудованию здания в инфекционное отделение. Первым делом строительные бригады принялись за реконструкцию вентиляции. Индивидуальные системы воздуховодов теперь будут в каждой палате. Основные виды работ, которые здесь происходят, это определение и отсечка красных загрязненных зон при поступлении инфекционных больных. И, естественно, зоны лечения и уже чистые зоны после выписки и после лечения пациента. Реконструкция пройдет в десятках палат на всех 7 этажах здания. Переоборудование хирургического отделения в инфекционное планируют завершить в течение 3 недель. Добавим, что сотрудники Химкинской областной больницы перешли на режим оказания экстренной помощи и прекратили плановые консультации. Все специалисты проходят дополнительное обучение для борьбы с коронавирусом. Врачей, которые контактируют с заболевшими, обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Учреждения оснащают необходимым медицинским оборудованием, противовирусными препаратами и расходными материалами для отбора проб и проведения лабораторных исследований.